Здравствуйте! Продолжаем серию видеообзоров, которые посвящены наборам инструмента. Сегодня у нас также популярный набор. Это набор от компании Hyundai K108 на 108 единиц инструмента. Данный набор не отличается по комплектации от других аналогичных наборов на 108 единиц, но есть ряд особенностей, которые мы покажем вам в этом видео. Покажем комплектацию данного набора, ну и визуально, как он выглядит. Трещотки, головки. Так, давайте начнем с упаковочной коробки. Вот такая картоновая коробка. Идет в комплекте. Здесь указана комплектация. Здесь у нас производитель компании Hyundai Korea. Ну, компанию Hyundai, наверное, все знают. Она производит автомобили, производит бытовую технику, также высококачественный инструмент. Электро и вот такой набор инструментов. Так, по комплектации. В комплекте две трещотки. Под квадрат 1,2, быстрый сброс и реверс. Здесь у нас написано компания Hyundai, логотип. Ручка комбинированная, резина пластиковой вставки и резина по бокам. Хотелось бы отметить, как и в прошлом видео я отмечал, набор К98 мы смотрели, качественные трещотки. То есть нету ни люфтов, зубья проскакивают очень тихо. Никаких тебе каких-то, знаете, вот когда трещоткой трясешь, то что-то внутри дотрясется. Здесь все очень качественно сделано. Трещотка под квадрат 1,4. Также на 72 зуба. Есть реверс и быстрый сброс. Отверточная рукоятка в наборе. Под нее предусмотрены биты, прессованные в головку. И также можно ее использовать с головками под квадрат 1,4. Далее в комплекте идет удлинитель, который служит также Т-образным воротком с плавающей головкой под квадрат 1,2. Также можно использовать как переходник с 3/8 на 1/2. И вот такой удлинитель. 250 мм. Также Hyundai логотип. Так, еще один удлинитель у нас. 125 мм. Два удлинителя под квадрат 1,4. 100 и 50 мм. Два кардана. 1,2, 1,4. Тоже здесь карданы скреплены вот такими винтами. То есть не проклепаны. Тоже нет люфтов. Так, по битам под квадрат 1,2. Есть крестовые, есть шестигранные, шлицевые и есть биты торкс. Они идут вместе с переходником. То есть вставляете нужную биту вам в переходник. И можете использовать или с трещоткой, или с Т-образным воротком. Вот. Получается такая конструкция. Биты под квадрат 1,4. Которые прессованы в головку. Также шлицевые есть. Есть биты торкс, шестигранные и крестовые. Так, есть у нас головки торкс внутренний, Е-класс. Самая большая Е24. Также вот видите здесь Hyundai, CRV и Е24. CRV это хром ванадий сталь. Очень хотелось бы отметить хорошее литье. И самая маленькая головка Е4.
Так, в наборах Hyundai вместо 6-гранного профиля и 12-гранного используется профиль SuperLock. Данный профиль намного крепче, чем 6-гранные головки. Ним удобнее работать. Нагрузка при откручивании болта идет на середину самого болта. Также этот профиль хорошо работает со слизанными болтами. То есть по качеству, по крепости он намного превосходит 6-гранный профиль. И все наборы Hyundai используют данный профиль головки. Вот 6-гранная головка. Вот головка SuperLock. Здесь у нас самая большая, это на 32. И самая маленькая, это на 4 мм. Так, Т-образный вороток под 1/4. Также с плавающей головкой. Так, головки длинные. Также профиль SuperLock. Самая большая 22 мм. И самая маленькая у нас на 6 мм. Так, по комплектации набор еще ключей. Здесь есть 3 штуки Г-образные. Свечные головки. 2 свечные головки идут 16 и 21 мм. Так, ну по комплектации я все вам рассказал. Сейчас я вам покажу еще кейс для хранения. Хотелось бы отметить, что вот, утапливается в крышке инструмент очень плотно, поэтому исключено выпадание при закрывании. То есть, хорошо защелкивается. Так, вот кейс для хранения. Здесь самые обычные пластиковые замки. Да, на этом сэкономили, но так бы набор стоил бы гораздо дороже. Вот логотип компании Hyundai. Здесь у нас. И кейс у нас цельнолитой. То есть не состоит из двух частей, а вот цельный получается. Мы рекомендуем данные наборы к покупке. Имеют они положительные отзывы. Подписывайтесь на наш канал, получайте скидку в нашем магазине на весь представленный товар. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.